Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре очень сложная игра на Android, которая, ребята, вышла совсем недавно. Она еще, в принципе, сейчас находится еще в разработке. И уже, ребята, 10 тысяч скачиваний. Здесь, ребята, нету меню, нету настроек, нету, в принципе, ничего, кроме самой, в принципе, игры и, конечно же, в принципе, управления. А, получается, ребята, стрелочки влево-вправо, потом мы можем, получается, прыгать и стрелять. Ну что, ребята, давайте поиграем в эту хардкорную игрушку. Она реально очень, ребята, сложная. Так, ну что, здесь я немножечко уже, в принципе, играл, но дальше, если честно, не знаю, что будет, но я, в принципе, ко всему готов, потому что я знаю, что это, ребята, будет очень сильно хардкорно для меня, и сейчас мы, ребята, проверим вместе с вами, насколько она, в принципе, ребята, сложная. Чё произошло-то? Я нифига не понял, если честно. Повторим. Так, ясненько. Отбегаем. Давай, быстрее, назад. Убегай сюда. Так, здесь это то же самое практически. Но почему-то, ребята, так сказать, на третьем этаже нас убивают. Точнее, ребята, мы умираем. А в чем проблема? Так, давайте так. Да блин! Я вообще, ребята, если честно, сложные игры не так уж и сильно люблю. Потому что постоянно нервничаешь, дергаешься. Ну, в общем, ребята, вы меня поняли, да? Но мимо, ребята, этой аркады я просто не мог мимо пройти, потому что это, ребята, трэш. Это реальный хардкор. Если не верите, то, в принципе, скачивайте ее по ссылке в описании и сами уже, ребята, проверьте, насколько она, в принципе, сложная. Какой раз уже я, в принципе, сейчас пытаюсь пройти третий этаж, и на одном и том же практически месте я умираю. Я забываю просто-напросто, что нужно пробежать дальше. Блин, ребят, ну сейчас проверим. Я также не знаю, сколько здесь, в общем, полностью этих этажей, но думаю, что здесь их очень-при-очень много. Да блин! Почему-то, ребята, он головой задевает и тем самым падает. Да, ну что, ребята, пытаемся еще раз пройти третий этаж. Пока что, ребята, мы эти два этажа, так сказать, проходим без проблем, но вот третий мы еще не можем пройти. Сейчас, ребята, еще раз попробуем. Я не уверен, да блин! В общем, ребята, сейчас я пробую еще раз. Если у меня не получится, то я, в общем, завершаю обзор, потому что я уже не хочу себя испытывать на что-то большее. Мы, ребята, так, в принципе, кратенько на нее посмотрели. Да, она вроде, в принципе, прикольная. Если вы любите хардкор, сложные игры, то, блин, ребята, эта игра для вас. Скачивайте и проверьте для себя, насколько, в принципе, сложно. Так, вот, ребята, этот, как бы, третий этаж. Только теперь не знаю, как мне так прыгнуть, чтобы я еще... О, получилось! Получилось! Ура! А что дальше? А что дальше? Теперь как бы здесь все закрыто, да? Больше нету, да? Как мы потом бы дальше, ребят, там бы прошли? Я просто насчет этого не знаю. Я в начале, ребята, ролика сказал, что эта игра еще находится, в принципе, в разработке. Наверняка здесь, как видите, нету еще полноценных, так сказать, уровней, где мы как бы будем проходить каждый уровень. Здесь как бы сделано, как бы просто, ребята, бесконечно. И наверняка, вот где мы сейчас умираем, там нет наверняка продолжения. Ну, я так, в принципе, сейчас думаю. Но это как бы не точно. Вот смотрите. Здесь мы прыгаем, а вот уже здесь просто-напросто никуда уже больше не уйдешь. Ну, в общем, ребята, насчет этой игры я еще полазю, посмотрю, что она из себя вообще представляет. Ну, на этом вроде, ребята, все. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока.